Преступник, который сбежал практически из-под носа полиции в Таразе, извинился за свой поступок. 26-летний парень совершил дерзкий побег прямо с территории следственного изолятора. Его искали трое суток, и когда поймали, осужденный заявил, что больше так не будет. Уважаемые жители города и полицейские, простите за поступок, я больше так не буду. Парня собирались этапировать в колонию. Все произошло возле следственного изолятора. На кадрах с камеры наблюдения видно, что молодой человек при сотрудниках прощается с близкими. В какой-то момент резко запрыгивает на стену и исчезает. Задержали преступника спустя трое суток в одном из спальных районов города. К слову, это в 20 минутах ходьбы от СИЗО. Еще 10 лет назад беглеца осудили за хранение оружия и сбыт наркотиков. Но он хорошо вел себя в тюрьме и вышел на 3 года раньше положенного срока. Правда, на свободе нарушил порядок, и суд решил вернуть его в колонию. Теперь парню могут добавить еще 3 года за побег. Отмечу, двух сотрудников полиции, которые упустили заключенного, обещают наказать после окончания расследования. 8 августа текущего года около 21:00 часов осужденный Зазулин был задержан сотрудниками полиции в микрорайоне Карасу города Тараз. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 426 Уголовного кодекса, то есть за побег из-под стражи. За совершение данного преступления предусмотрено лишение свободы до 3 лет.